Зарина Сарбаева работает поваром в ТОО «Индык Агро». В этом году у ее младшей дочери выявились проблемы со слухом. В такой нелегкой ситуации помощь пришла от руководителя ТОО. Он помог с поездкой в столицу на обследование, а еще приобрел 2 швейцарских слуховых аппарата стоимостью более 400 тысяч тенге каждый. Теперь 6-летняя Мируерт в ожидании школьных будней. Конечно, она лучше слышит в них, но с поступлением в школу она будет заниматься же, уже будет, наверное, тогда уже будет виден результат. Хочу воспользоваться случаем, поблагодарить Биржана Абдульмановича, нашего директора ТОО, в приобретении для младшей дочери слуховых аппаратов. Очень хорошо помог. И вообще, все для детей у нас, в деревне все для детей. Площадку построил, детский сад новый, школу отремонтировал. Благодарности от родителей нет границ, но и какова была радость самого предпринимателя, когда узнал, что аппараты дают свои результаты. Когда я узнал, что ребенок болеет, что нуждается в помощи, именно в аппарате слуховом, я говорю, зачем мы можем оказать помощь, потому что мы же собираем же профсоюзные взносы. Ну и объявил рабочим. Они собрали где-то около 250 тысяч тенге. Ну, остальные с хозяйством мы оплатили. Слуховые аппараты нам вот врач порекомендовал, вот где купить можно было. Они отправили нам счет в городе Петропавловске. Она именно подходит для этого ребенка. Мы оплатили и сразу нам сняли видеокамеру и отправили. Смотрите, как аппарат, там уже она начала разговаривать. Говорит, мама там, вот, повторять за врачом. Вот. Вот. Такое было у нас действительно, такая радость, что ребенок как бы заговорил. Многое сделал Биржан Шаймерденов и для Доиндыкской основной школы. Капитальный ремонт, спортзал по самым современным требованиям. Ежегодно обеспечивают учащихся бесплатным питанием, снабжают школьными принадлежностями в рамках акции «Дорога в школу». В прошлом году проложил возле учебного заведения асфальт. Капитально отремонтировал в начале 2000-х годов, выделив 15 миллионов. Капитальный ремонт отопления все сделал. Вот, в 2011 году построил садик, возникла необходимость, и он, потратив 11 миллионов тенге собственных средств, построил садик. И в 2019 году был капитально еще раз отремонтирована школа, тоже выделена, построен по современным требованиям спортзал, выделив на это около 70 миллионов тенге. Доиндык в последние годы стремительно развивается. Отремонтированные дороги планируют провести водопровод. В этом году на собственные средства в ТОО построили 4 дома. На подходе еще 12. А к вековому юбилею села в 2029 году планируется возвести 100 домов. Анастасия Кузнецова, Александр Янсен, МТРК.